Все когда-то происходит в первый раз. Вот и компактный внедорожник Suzuki Jimny стал несколько менее компактным. Впервые в истории модели покупателям предлагают пятидверную модификацию. Разработкой новинки занималось японо-индийское предприятие Maruti Suzuki. Там же, в Индии, пятидверки и будут выпускать, а вот продавать планируют по всему миру. Основное изменение — габариты. Причем колесная база и общая длина увеличились на одну и ту же величину — 34 сантиметра. То есть с веса остались неизменными, а общая длина объясняется индийским налоговым законодательством. Разработчикам нужно было уложиться в 4 метра. Понятно, что в приоритете была и максимальная унификация с трехдверкой и сокращение расходов на разработку и внедрение в производство. Тем не менее, пришлось сделать новые передние двери, они короче, перенести бензобак и лючок заправочной горловины, а также сделать новую единую панель крыши. Но другие отличия придется искать с лупой. Одно из достоинств новинки — задний диван теперь не стеснен колесными арками. Багажник увеличился в 2 с лишним раза, хотя по-прежнему не поражает размерами. Под капотом изменений почти нет. 1,5-литровый атмосферник дополнен стартер-генератором. Коробок передач предлагают 2 — либо 6-ступенчатый автомат, либо 5-ступенчатая механика. Ходовая часть неизменна. 2 неразрезных моста, жестко подключаемый полный привод и 21 сантиметр дорожного просвета. Еще одна индийская новинка от неиндийского бренда в формате до 4 метров — это электрическая версия Citroёn C3, но не европейского, а специального для Индии и Южной Америки. Хэтчбеки с двигателями внутреннего сгорания дебютировали в 2021 году, но индийцы приняли их без восторга, и теперь французская марка хочет подогреть спрос, выпустив электроверсию. К сожалению, новинка получена путем бесхитростной конверсии. Простенькая батарея безо всякой терморегуляции висит под днищем и уменьшает дорожный просвет на сантиметр. В индийском цикле Арай ее хватает на 320 км, а с 10 до 80% можно зарядить за час. Электромотор развивает 57 лошадиных сил и научен работать в 2 режимах — стандарт и эко. Максимальная скорость едва превышает 100, поэтому динамические характеристики заявлены необычно — с 0 до 60 км в час за 7 секунд. Зато ситроеновский компакт должен блеснуть ценой. Объявят ее на днях, но ориентир — $11 000.